9 июля в УМВД России по Смоленской области состоялось видеосовещание под председательством начальника управления генерал-майора полиции Валерия Саржина. В рамках заседания были подведены итоги деятельности ведомства за первое полугодие 2021 года. Как отмечено в основном докладе, Смоленская область входит в первую десятку регионов по динамике снижения количества зарегистрированных преступлений. За 6 месяцев их число снизилось на 13%, в том числе на 14% тяжких и особо тяжких преступлений. Все, что касается непосредственной нашей деятельности, статистика она обозначена определенным снижением выявляемых преступлений. Есть рост по раскрываемости. И это радует, что не стоим на месте, а все-таки динамика и качество работы присутствует. Отмечается в первую очередь снижение тяжких преступлений против личности, таких как убийство, изнасилование и факты причинения тяжкого вреда здоровью. Кроме того, меньше совершено краж и мошенничеств, разбоев, грабежей и угонов транспортных средств. В ходе совещания выявлены и наиболее перспективные направления для дальнейшей работы. В их числе по-прежнему остаются так называемые дистанционные преступления. Затруднения с раскрываемостью связаны с их относительной новизной, которая требует выработки принципиально новых подходов и методов борьбы. В планах ведомства повысить процент раскрываемости указанных преступлений с 14 до 19%.